Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня сайт Faucet Mine Hub, где я абсолютно без вложений зарабатываю криптомонеты. Значит, что он нам здесь? Давайте переведем на русский. Значит, зарабатывайте криптовалюту без усилий. Это вот такая вот домашняя страничка. Доход в реальном времени, поддержка нескольких валют, прозрачность, безопасность. Значит, домашняя страничка, услуга, история транзакций, можно все в реальном времени кликнуть, посмотреть, как это работает, уровни, чат, ежедневная ставка, депозит, отзывать рефералы. Также есть сервер Discord и Telegram. Значит, ну и регистрация здесь наипростейшая. Кликайте регистр, логин, email, пароль, галочку, раскладываем капчу. После чего вам скажут: подтвердите адрес электронной почты. Перейдете на почту, вам так вот придет письмо, кликните вот на Very Email и подтвердите почту. Я же авторизуюсь. У меня уровень 2. Вообще, я вам рекомендую этот сайт. Это кран. Значит, я его вчера проверила на вывод. Значит, Faucet Mine Hub. Я в 3x выводила, вывела 305 763x 17 октября. Значит, минималки как таковой на вывод нет. Значит, смотрите, это домашняя страничка. Здесь как кран, так и можно делать депозит. Ребятки, абсолютно без вложений. Сейчас я вам покажу все. Значит, здесь различная криптовалюта. Вот это мой баланс. Я вчера, вот я вывела и начала собирать монеты. Значит, вот у меня баланс 0.08 трон. Я собирала в тронах. А вот это баланс, он показывает, сколько в долларах, да, USD. Вот это и вот это вот баланс. А это в тронах. Я выведу троны, вот этот баланс у меня и вот этот вот он, как бы он одинаковый, он у меня обнулится. Значит, давайте вот этот депозит, это по желанию, как я сказала, абсолютно без вложений. Надеюсь, у меня все в режиме онлайн получится. А это вкладочка вывод. Давайте выведем монетки. Имейл прописывайте, который привязан при регистрации к Faucet Pay. Значит, смотрите, здесь сразу стоит биткоин, так как я собирала трон. Я кликаю, у меня трон появился. Трон. Ё-моё. Сейчас перезагружу. Так. Троны. Что мне не ставится? Так. Ноточка. 0.08. Да чтоб тебя.
Дашборд. И почему-то не ставится меня. Здесь должен тоже. Потому что минималку здесь 0 точка. Ну вообще вот где вот 0, 1, как бы минималки нет. А вот встала. 3х, 3х. Вот, смотрите, здесь вот уже минималка. Вот, вот она. Видите, минимум. Какая сумма. Почти нет минималки, да? Собрал-вывел, собрал-вывел. Так, трон-трон. Так, я вот эти... Сейчас. Циферки удалю. И клику вывод. Все, видите? Зелененьким загорелось. Идем на SetPay. Я обновляю страничку. И, пожалуйста, FaucetMineHub. Я вывела от моей монеты 18 октября. Все шикарно. В этом плане разобрались, да? Теперь что? Так, дашборд. И вот видим, баланс мой стал по нулям. Видите? Так, ладно. Теперь пойдем что здесь? Это домашняя страничка. Вот эта вкладочка Daily Coin. Кликаем на нее. И у меня 13 клеймов из 50. Можно 50 клеймов делать ежедневно. У меня таймер еще как бы он не обновился. Вот как бы, потому что я сегодня захожу, это со вчерашнего я вот делала. Здесь выбираем криптомонету. Я биткоин, интериум, догикоин, лайткоин, дашкоин, трон, бинанс и тонкоин. Я сейчас кликну тонкоин и соберу монеты. Это чисто для видео, потому что я хочу сделать, показать, как депозит здесь возможно получится. Так, нажмите на объект изображение. Так, что у нас тут? Ага, лягуха. Лягуха готова. Вот на зеленую вкладочку Claim. И вот такое количество тонкоинов мне дали. И вот здесь внизу пошел таймер. Далее на синюю возвращаюсь в домашнюю страничку. И вот у меня как бы баланс. Посмотрите, уже уровень 3 стал. На что этот уровень влияет, я понятия не имею, если честно. Значит, и вот так, где этот тон? Сейчас найдем мы этот тонкоин. Ага, вот он, тонкоин. И вот мои монетки, они. Через 10 минут можно заходить обратно, выбираете, какая вам криптомонета надо, и ставите Daily Coin, стейкинг. Здесь обратите внимание, есть чат. Вот. И здесь как бы сильно они тут активно тут общаются, конечно. Розыгрыши какие-то у них тут. Значит, стейкинг – это депозит, ребятки.
Вот. Есть также калькулятор. Так, где у меня мой тонкоин? Сейчас найдем. Вот он. Вот мои монеты. Копирую количество своих монет. И что? Идем в калькулятор. Это я чисто экспериментально для видео. Так. Вот калькулятор. Это в стейкинг, то есть депонировать. Ставлю сумму. Вот, да? И я выбираю монету, какую я хочу депонировать. Так, где этот тон? Вот тонкоин. Так. Тонкоин я выбрала. Можно выбрать на 7 дней. 0.01% ежедневно на 30 дней. 0.02. Ну, как бы, да, примерно. Дальше кликаем на калькулятор. И здесь показано, сколько здесь это всего будет. Доход. Сумма ставки. 30 дней. Ежедневная ставка вознаграждения. Это, друзья, процент. Ежедневная награда. Еженедельно, ежемесячно, общая сумма за 30 дней и всего после периода ставки, ставка плюс вознаграждение, как бы, да, сколько я получу. Как бы тут все вот это вам расписано. Так, возвращаюсь. Так, это вернуться назад. Так, давайте попробуем сделать вот этот ставку эту, да? Стейкинг. И вот здесь я также выбираю криптовалюту, тон, вот эта ставка. Как бы тут сколько дней. Я, если честно, не хочу. Я просто чисто для видео вам показываю. И я не буду депонировать. И кликаю стейк. Получится, не получится, не знаю. Да, получилось, ребятки. Абсолютно без вложений. Я только что депонировала как бы вот этот тон. Эти свои копейки. Видим, давайте переведем на русский. Видите? Перевести на русский. Вы успешно поставили вот эти свои монеты, тон, на 30 дней с ежедневной ставкой вознаграждения 0.20%. Далее. Стейкинг. И вот здесь активный стейкинг. Вот этот можно просмотреть. Пожалуйста. И через 20, сколько там, 30 дней, да, у меня вот возвратится вместе как бы с депозитом. Неплохо. Можно насобирать сумму, если по желанию, на кране. И поставить депозит. Я чисто на вывод соберу вывод. Как бы и вывожу. Так, что еще? Вот это Daily Coin. Это кран. Стейкинг я вам показала. Депозит, активный депозит. Калькулятор я показала. Это обмен. Как бы можно одно. Отдаете, получаете. И как бы, не знаю, надо это или нам не надо. Я думаю, что это не надо. Далее, что еще? История. Вот мои выводы. Вот. Транзакции. Далее, что еще? Вкладочка «Рефералы».
находится реферальная ссылка. Кликаем, вот ссылочка скопировалась автоматически. Профиль. Здесь нет ничего такого. Далее вот здесь смотрите. Как бы мой логин, почта, отображается баланс. А вот это вот еще какая-то штука есть. Меня перебрасывает на страничку. И хайп-монитор, наверное. Давайте переведем на русский. И как бы тут тоже можно почитать Faucet Miner Hub. Помните такой Faucet Hub кошелек когда-то был давно? И здесь также можно прочесть информацию об этом вот сайте. Я считаю, неплохой сайт. И можно здесь поработать также. Вкладочка, как это работает, рефералы, вывод, депозит, стейкинг, грант, чат, а уровень, что это за уровень, сейчас посмотрим. Давайте-ка переведем, что дает вот этот уровень, как работает система уровней. Так, ежедневные требования. Зарабатываете 1 эксперт за каждое ежедневное требование. Вы можете требовать, ну, это до 50 раз. Так, ладно, бонусы за повышение. По мере достижения более высоких уровней вы получаете процентный бонус, который добавляется к вашим ежедневным наградам. За претензии. Ага, значит, это на кране больше зарабатывать будем. Так выходит. Угу. Ну и нормально. Неплохо, понятно. Можно работать. Я рекомендую, конечно, вот этот сайт. Вот. Ну, в принципе, и все. Я вам все показала. Вывод я вам показала. Депозит абсолютно без вложений. Я его вложила, этот тон, потому что я тут собираю, буду собирать как или трон, или Dogecoin. Там больше и нечего. Вот Dailycoin. Как вы видите, еще 45 секунд. Мне 14. Какое у них тут время? И вот здесь вот чат. У них здесь дебаты, конечно, они тут пишут все. И розыгрыши какие-то. А, есть у них еще телеграм какой-то. Вот. Можете присоединиться. Давайте сейчас я еще сделаю награду, как бы соберу монеты. Вот. Какое-то вот у них, видите, время GMT плюс 7. Я выбираю, что здесь можно, биткоин, интериум. Я собирала трон. Выбираю трон. Разгадываю капчу. Значит, капча без заморочек, конечно. Готово. Клейм. И вот такое вот количество тронов мне начислили. Смотрите. Давайте-ка посмотрим. Вот это я беру. Видите, тут плюс. Еще мне что-то еще начислили. У меня этого не было. Перевести на русский. Заявка успешна. Вы получили вот это количество трон плюс еще вот это количество трон, исходя из бонуса вашего уровня в размере 1,5%. Ваш опыт увеличился на 1%. Довольно-таки неплохо, согласитесь. И все, через 10 минут я опять зайду. Вот. И вот мой трон. Опять, как видите, увеличился. Ну вот и все.
А вот на эту, если вот так вот нажать, например, да, на трон, я накликаю, меня сейчас перебросит, знаете, куда? На CoinGecko. И здесь показывается, сколько цена каждой криптомонеты. Вы кликаете на каждую монетку. Я возвращаюсь, например, да? Ну, например, тон. И вам показывает стоимость. Ну, это наподобие CoinMarketCap. Вот. Видим, да? На любую монетку нажимаете, и вас сюда как бы перебросит. Ну, в принципе, и все. Кому интересно, заходите, работайте, собирайте, депонируйте. Что хотите, делайте. Кому не интересно, пройдите мимо. Всем удачи, всем пока.